Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и мы продолжаем нашу серию гайдов по животным Farming Simulator 19. И сегодня у нас очередное животное, которое добавилось в 19-й ферме, которого не было в 17-й ферме, это собачка. Соответственно, что нам нужно для того, чтобы содержать собачку? Для начала нам нужно купить будку, стоит она 2500 денег, ставится она в любое место. На ферме может быть всего лишь одна будка, если вы играете в мультиплеере, то соответственно может быть у каждого своя, у каждой фермы я имею в виду. Соответственно, после того, как мы поставили будку, у нас появляется вот такая вот будка и вот такой вот песик, которому нельзя дать имя, и он просто бегает. Его можно подойти покормить, нажав кнопочку R на миске, и он, соответственно, придет сюда и будет есть. Это дело у нас идет бесплатное. Съедает он это все просто вот моментально, быстро, и кормить его можно сколько угодно. Я не знаю, куда в него столько влазит. Также с собачкой можно играть, для него есть специальный мячик, который можно, я не знаю, кинуть куда-нибудь. Короче, собака живет своей жизнью и не требует никакого ухода. На этом все, с вами был Никита Дилей, всем спасибо за просмотр, пока-пока.